Питбуль Бринкс не перестает улыбаться с тех пор, как его подобрали на улице. Немногие породы собак разделяют людей на два лагеря, как питбули. Но, несмотря на то, любите вы их или нет, нет сомнений в том, что питбулю по кличке Бринкс будет сложно вам не понравиться. Вы только взгляните на эту улыбку. Некогда бездомный пес, бродивший по улицам Бруклина, в один прекрасный день повстречался с Джоном и его собакой по кличке Дема. И между ними тремя сразу же установились добрые отношения. Джон подобрал пса, надеясь найти его владельца, но спустя месяц безуспешного поиска объявления пропажи собаки и размещения объявления о найденном питбуле он понял, что Бринкс повстречался ему, чтобы остаться у него навсегда. Тогда псу было всего 11 месяцев. Но, как вы можете видеть по фотографиям, он даже сейчас, 12 лет спустя, не может перестать радоваться этому замечательному событию, улыбаясь всем и вся. Неудивительно, что у него в Инстаграм уже более 21 тысячи подписчиков. Спасибо! Не заходи! Если что...